На остальные час 10 у нас все остались, час 10 и выше. Здорово. Приветствую. Какие здорово. Боссы остались? Да дохуя еще боссов. Фрея, Игнис, Дракон, Совет, Мимирон, выше. Торим с Хадиром убили, да? Торим, Хадир, мертвый. Как это называют? Ну, получается, все. Рчина АФК, а присутствие драгдилера засмонили с собой. Драгдилер в Дискорде плюс-минус. Дискорд дал второму, нет? Ну, что, блядь, индивидуально, что ли, буду давать? Все, драгдилер плюс-минус, а вот Кай. Че у тебя там? Дисси нет? Совушка моя. Совушка. Вот Фурия. Что? Все отлично. Драгдилер плюс-минус еще раз. Что слышишь? Отлично, замечательно. Вас бафы поднимайте, рыбку поставьте на мало. Ребят, по тактике, короче, все то же самое. Берем сейчас все фокус Фрея. Паладины от вас мне нужно будет, чтобы вы корни кидали фридом. Аспект. Ты первый будешь. Там сами будете разбираться, какой кулдаун и так далее. Смотрите, убиваем плюс 3. Значит, особенности все то же самое, как в обычке, но добавляется 3 скилла. Условно, это каст с первого дерева, который нужно стопнуть свой каст, чтобы не поймать сало на 5 секунд. Второй, это будет кидаться в корни. С корней будет паладина выкидывать, вкидывать эти фридомы. Если фридомы в кулдауне, соответственно, у каждого есть свои сейвы, там, условно, друиды могут поменять облик, выйти, маги могут блиткануться. Роги вроде этот, кош нажать, короче, тоже выходит. То есть множество, ну и три паладина будут кидать вам фридомы. В противном случае будем заливать их. Также убиваем деревешку и в белых лучах, ребят, выбегаем чуть ли не моментально. Не стоим в них, не слакаем. То есть вы видите, что на вас покинулся такой белый луч. Вы стоите, да, вот как вот этот желтый, только белый будет. С него нужно выбегать. Он хорошо наносит урон. То есть сейчас, что вам нужно сделать? Вам нужно взять Фрею в фокус и отслеживать его основной вот, каст. Дальше по трэшу. Значит, у нас есть две массакры плюс бабл. Короче, будем трэш лопать, будем моментально, чуть ли не моментально. Значит, смотрите, будет три вида разновидности трэша. Первый трэш — это здоровая деревяшка, нахуй. Будем стоять под грибами, дебаф выносить. У кого дебаф, будет кидаться черепок. Я также буду анонсить, кому выбежать нужно. Если вы стоите не под грибом, вы не сможете. Почему одна массакра у этого же тоже есть? Ну, не вкачано. Ёбана, братан, ты же скроллил. Я когда тебя брал, ты говорил, что у тебя есть массакра плюс мастерка. Одна массакра, все понял. Второе, короче, трэш. Первый трэш — это вот деревяшка здоровая. Под грибами, если вы не стоите под грибом, то вы не сможете ни кастовать, ничего не делать. Не бить. Дальше. Да, да, войско будем давать. Дальше у нас три будет моба выходить. Это хватоплеты, грозовой и водяной. В водяному милишники играть те с костами, то есть ДКшники. Плюс фары. По хватоплету играет он ли только РДДшники. Ну и по водяному тоже кливают милишники, соответственно. Подбивать будем. Отслеживайте, если, допустим, вы опустили свою водяного там 20%, видите, что у хватоплета 50, свечнитесь автоматически 50, не ждите команду. Я, соответственно, буду говорить, по кому больше, по кому меньше. Фласочки свои обновите, у меня закончилось, допустим. И третий вид трэша — это духая бомбочек, 12 бомбочек будет. Их нужно опустить сначала до 30% ауешкой и взрывать по одному, по два. Если мы взорвем сразу больше 4, мы, ну, возможно, шотнется человека 3-4. То есть в этом деле аккуратно, это самый опасный трэш здесь. Так что его будет два раза. На первое дадим массакру. На втором, я хуй знает, мастер кладаш. Аспект возьми себе мастер аур на броню.
Ну, в смысле, броню. Броню себе забери. Аспект взял себе? Кого, кого взял? Че? На броню я себе ауру взял. Возьми. Да, беру, да. Подожди, давай. А что ты хочешь мастерау на броню дать? А, подожди, там уже не броня. Ладно. Если ты про плеточников взрывных, то это надо огонь брать. Да. Фаер. По фаеру отдадим. Ладно, все хорошо. Мне нужно еще вот тотем здесь на резист природы. Ну, стоит 4, там это 5 шамана, думаю, разберетесь, там какие-то тотемы ставить, какие не ставят. Уже стоит. Все, чина баф на пул. Ребят, стойте все рассредоточены, потому что будут кидаться рандомные лучи, плюс еще дополнительные лучи. Это очень больно. Много урона не лутать лишнего. Хилы здесь нужно будет попотеть будет. Сальвин кабнули. Да. Блять, у тебя там 10 минут еще, нахуй. Все, танк пуляй. Подожди, стой, чаш запинут, ты в танке? Да. Замечательно, если на подхвате будешь, лучше два танка пойдем. Давай, запуливай. Фрея. ДК, а ты как держишь Фрея, никто не бьет Фрея. Ты как держишь ее, и плюс трэш еще на себя небольшой забираешь, забираешь в случае чего кого. Плиточники, ребят, собирайте трэш. Давайте на массовый на пул. Опускаем АУЕшки. Опускаем АУЕшки, с белых лучей вышли. С желтых вышли, выведите их оттуда. Опускайте до 30%. Опускаем. Стопните АУЕ. Начинайте взрывать по одному, по два лоу хп. Дай бомжей ДКшник. Дар вышел. Дерево в приоритетах убиваем. С корней фридома не забывайте отдавать, выходить смог. Сдал. Все нормально. Хорошо, все. Стоп. Подождите. Поднимайте рейд. Все, опускайте. Выходите с белых лучей. Все, заливайте последнего. Ждем следующий трэш. Все, это по факту самый опасный трэш, по моему мнению. Главное, водяному, ребят, сбивайте каспас постоянно, когда выйдет 3. С корней Васи вагона выпустите, отлично. Отдал фридом. Под грибы заводите. Заводи под грибы. Стоп каст. Отлично, замечательно. Все, поехали по грибу, фулл ДПС. Дерево за боссом. Здоровье на РДДшник, свечно, быстрее. Больше ДПС по дереву, ребят. Захилило. Хорошо. Нормально. Плохо. Играем. Гнев природы. Амела выбежала. Убежала с рейда. Корни по Уотерхаусу. Фридом. Хорошо, выбегай. Под грибы не забывайте прибегать, не забывайте про лучи. Вормя с них выходить. По фолию Фридом. Ребят, черепа, выбегайте из рейда. Больше дамажки вокруг себя. Выходите. Нормально. Все. По дару сыграйте. Тар свечный, РДДшники больше в тар. Милишники тоже, если там гриб стоит. По фаербулу. Но я сам выйду. Стоп-каст. Стопнули каст. Разбили. Хорошо. Собирайте пачку следующую. Долго на самом деле убивали, но ничего страшного. Очень долго. Поехали, РДДшники играют фотоплета. Фулл ДПС фотоплета. Третья группа, труп. Все РДДшники. Вася вагон. БР, сова. Какая? Новая сова, дай БР по Васе вагону. Захили, поднимайте рейд. Поднимайте рейд. Чарж за пивом поднимите. Стопнули по РДДшному. По газовому больше отдали. Больше у грозового. Фулл ДПС дайте, выходите с лучей. Из корней рекаунта выйдите. Добивайте. Убили этого. Убивайте у грозового больше. И по водяному играйте. Больше ДПС. Давайте, 5 секунд осталось. Хорошо. Стоп каст. Замечательно. Подняли рейд на фул. Подняли, ребафнули шамана. Быстренько. Мазбаф все подняли. Кирагаса, Фридом. Выбегай, забивайте. Хорошо, еще один то же самое трэш. Ребят, внимательно. Чаржа за пиво не потеряйте мне. Очень больно бьет. Фотоплет, АДК на себя забери. Чаржа пробивает очень больно. Дар. Забили хуй, да, играем в дар ДДшники. Свичнули по дару. Дар свичнули, больше ДПС удар. Миличники, каждый каз должен быть отлично, замечательно. Вторая группа труп. Вижу рекаунт, понятно. Четвертая группа труп, корни, пятая группа труп. Стоп каст. Заберите хватоплет, он не должен бегать. Поднимайте рейд на фул. Поднимите на фул. Снимите корни из спектакла.
Даю срез, даю каши лес по рекламу. Стой, стой, стой. Играйте, грозового больше. Прошу корни. Я лично не вижу, что ты в корнях. Грозового, ты должен, грозового. Понимаешь, ты должен из них выбежать сам. Грозового, вот смотрим, грозового. Он не сможет просто сбрячь. Из-под лучей выйдите. А, ДПС что-то пиздец. У нас ладно. 8 трупов. Да, упали. Что-то пошло не так. Мартокрылые, по тебе, когда дают фридом, ты должен выбежать сам из корней. То есть не ты не по снял, факту в корнях не был. Корни. Не снял корни-то. У меня Вуду показывается, на ком корни, на ком нет. Когда ты кидаешь фридом, пропадает иконка корней. Ты не снял корни фридомом. Не знаю, мне показалось, что снялось. Но у меня не показалось. Ладно. На нем были корни. Ничего страшного, много флуда лишнего начали спрашивать. От чего умерли у нас первые люди? Не прохило? Вот ты когда сказал, типа, там много урона, рекаунт упал с ваншота, следом упал что-то тет... Короче, с четвертого. Рекаунт упал, потому что он сорвал агро. Я в этом прям не сомневаюсь. Вася, бивагон упал от непрохила, потому что у него было мало хп и начал топать босс. А кто второй танк? Чаш. А, вижу. И он. ДК, почему ты не забираешься на себя парочку мобов? Раньше жизни, ребят. ДК, смотри, Трион. Да класс. Знаю я, забираю я. Чего вы мне говорите, да нахрен? Ну как у нас чаш быть умер? Ладно, ребят. Меня вы... вообще копировал, сложил. Все, я понял. Значит, сейчас два танка. Андрей, ты держи мне чаржа. То есть на него кидаешь. Это, блядь, свою хуйню. А второй хапал кидает на Тетариона. Как они, блядь, у вас там называются? Я забыл уже. Частицы. Частицы. Улица с языка. У меня нет времени на второй трай. Ну что ты печеньки разролишь? ДНК о, спрашивает. Хорошо, да я понял, ебать. Йова, когда так. Вот. Ну давай паролем. Это голова печеньки? Да, она шамана печеньки. А, погоди, а сначала как, мейн спек или сразу же софт спеком? Мейн. Угу. Чё, Лер? А чё, ну, у нас, видите, голова упала, и, блядь, грудь упала. Пиздец. Погоди, а кто говорит, вот, шаман какой, кому голова и это надо? Это Энх, первый раз. А чё, у тебя же фулл ТП теченьки есть? Ну, ему только голова надо. А. Понятно. Блядь, ну купи, что, купи, купи, у меня купи, с десятки. Голова за ОДЭШ покупается. Ладно, рольте, блядь, пиздец, тут бичевская голова, два токена, тут два. Леопольд рекаунт. Жизнь на себя поставила, подошли трейд отдали. Чего, рекаунта типа нету, Леопольда нету? Ну у меня нету, я хз, а, у рекаунта кожа для хосты. Леопольд. 1450 АД стоит. Что, брусь, общаясь... что голова, да, 1450 АД. Ну я знаю, что она 1400, я тебе больше скажу, у меня 15к АД. Нихуя ты, жадина. Давай доберем одного. Короче, ребят, ошибки, пиздец, дохуя, очень ошибок было. Очень мало. Да нет, вапочки не хочу, я хочу в хэме. Мы убьем в хэме. Было просто ошибка парочку. Так это убивает босс, это легкий хэм. Ну, по моему мнению, хуй знает. Вам. Еще двое уходят. Спасибо, хэм. Ребят, давайте удачи вам. Счастливо. Только Ли уже ушел, да? Че это за шаман? Ну, Киргарас. Киргарас. Киргарас, Энх, короче. Ика его сразу же. А это кто ливнул? Брабус. Ну он тоже написал, что мне нужно выходить. Я хуй знаю, как можно так этим уйду 25-ку нахуй, блядь, что просто... На 2 часа, ну это прикол, блядь. Не, да, там и ливнули. Это я кикнул. Все, получается у нас 2 слота, правильно? Да, 2 слота. Ребят, давайте так, кому в ближайшие полчаса уходить, нет, не полчаса, нихуя.
час-полтора, вот кому ближайший уходить, можете прямо сейчас уходить, чтобы мы... Нельзя, да. Почему? Зачем? Ну потом мы через час-полтора проще быть доберем одного человека, чем сейчас мы будем 4 добирать. Кто их знает, типа... Я вообще бы изначально бы набирал типа на фул, блядь. Эрэл, есть время 2 минуты на детей ответить? Да, курить сейчас пока что, добираем. Да, блядь, ну я и написал на фул. Я не понимаю, спасибо, это хуйня. Что люди просто идут нахуй. Не знаю, на 2 часа, ну смысл от этих 2 часов? Если идти на фул, то минимум 4-5, это буга рейд ебаный. Это не гидейский рейд, когда он просто сносится за 3 часа, блядь, это ульда 25. Поэтому что-то хотят. Чисто пару боссов полутать, для по фану. Понимаю. А у вас гильдия есть какая? Да. Какая-то есть. И там уже прошли рейд? Нет. Ага. Или это и есть тот рейд? Это и есть тот рейд. Не, ну это не прям тот рейд, я хуй знаю. Это вообще пуговский факт. Тут с гильдии 5 человек. С гильдии пару человек всего. А гильдейский был уже? Гильдейский народу мало. Нету гильдейского. ГМ покикал всех людей. Чё за ГМ? Сова 215, чарки камня. Давай, погнали. Сова, это хорошо, мне нравятся совушки. Я люблю сов. Во сколько РТ, по каким дням? 4 по Москве, понедельник, пятница. ШП 219. О, вообще охуенно, давай, полетели. Давай, где этот шкаф? Я сразу загоняю в Дискорд. И как гильдия называется? Вот, аспект прыгает или фаербул, посмотри название. Ну, вот я вышел на ящик. Катал пар прессинг, короче. Мы его не выговариваем. Да, я тоже. Катал пар прессинг. Я не понимаю, что это означает, я не помню. Cut out all present. Давай загоняем, короче, это курим еще 3 минутки там, ребят. Там половина у нас отошла, если еще кто зайдет, скажет, что курит, ребятушки. Короче, по тактике. С 4 по Москве, да, рейдите? Угу. Можно участников гильдии, что буду залетать? 4 перса у меня есть, все 220-е. По 3 спека. Давай, давай, не говори. Этот Войд Диси. В смысле... В игре у тебя какой ник? Ты скажи же? Персонажа. Персонаж Войд Фури. Фурик? Ну. Войд Фури ник у друида. А, вот, я тебя... Стой, я тебя вижу. Стой, тормози. Закинул. Угу. А, ну ты в гильдии. Да. Не, я просил Диси, чтобы заходить в Диси, если а, какие-то рейды. Ты хочешь как пук? Ну да. Ну? Ну, пристреляться просто там. Как... Каждый у день, тебя никто... Готов, смотри. Просто бывает неделю некоторые персы не попадают, блядь. На паладине 3 спека, на друиде 3 спека, на... И декатанк еще есть. Так, ребят, пока стоим и покашем, есть у кого-нибудь в рейде ювелирка, кто может сделать... А, нет, что-то дохуя надо переделывать. Ладно, забейте. Чего надо? Слезу кошмаров одну. Так, подожди, одну слезу кошмаров и один камень красный. На слезу кошмаров у меня нет регов, а вот на камень красный у меня есть реги. Если что реги, я могу сделать. Вот у меня на слезу кошмаров нету регов. Слеза кошмаров же все не да, вставляются. Вот. А, без разницы. Он идет не, ну, к смысле, всем вставлен... А, подходит для любого гнезда, вот оно чё. Ну, обычно в сене втыкают, потому что сене там хрен наберешь нормальный камень. Да, согласен.
Получается, сюда я ставлю кошмара. На следу кошмаров там что надо? Может, нажмете, нет? Что там надо на следу кошмаров? А, вон, все, вижу. Волка дракона, абсолютная пыль. Есть? Ребята, а кто такой Коба? Коба? Да. Коба это... Пусть знает. А чё? У него проходки нету. А, ну это сова 215. Ну все, блядь, приехали. Так, ладно, получается. Присмотрите, пожалуйста, аспекта, какая там группа, блядь. Какая-то группа. Первая группа, присмотрите аспекта, пожалуйста. А что пишешь, что к тебе тоже нельзя применять к этой цели? Восприимчив к самонам. Проходки нет, хули. Ну, проходки нет, хули, блядь. Пришел? Да-да-да, все, пришел. Так. Я что-то все, короче, напутал. Да, Саня, может нас... давай... Может давай подожди, 24 Саня, тела? Да вы нету. Сова. Сова не алло. А я не понял, а где Тёма? Он сегодня не появлялся. Ну... Ну теперь не он рейды водит, не он рейды собирает, не он ответственен за рейды, не он ставит. Не он не водил рейды. Он у нее не водил ни разу. Ставил, собирал, а дальше там другие люди водили. Саня, да что ты по флудю мне что-то ставил? Я флудю и так. Кого надо брать? Да макера одного. Можно, пожалуйста, еще раз присумонить аспект первая группа? Будь любезен. Он роллы какие-то есть там? Нет, уже нет. Ну, боярец. Боярец. Осколки. Боярец. Я с одним анролом собираю. Боже. Че, никто тебе не написал еще? Ребят, кто-то может сделать Ю, у кого там есть? Я Реги принес. Red Hat. Аспект прыгает. Кинь, пожалуйста, трейд. Аспект со звездочкой прыгает. Что сделать на тебе? А, вот, все, вижу тебя. А пыль есть? А, пыль есть, да. Пыль забыл просто про нее. О. Бля, сейчас одно это ебаное тело, бля, блин, полгода нахуй ждать. А со вторым камушком что сделать? Из красного сделать этот на 20 к силе. Андрюх, ты тут? Да. Посмотри, где чё. Давай. Ну, поставь ГБ. Слышь, а что-то красных камней стало меньше. Брал их куда? Да, делать. Надо будет еще купить. Я все залагало. А там Лиз сделал себе что-то. Так, это нет, это мое. Не-не-не, дай еще, наверное, штуки два красных. Сейчас. Бери. Сейчас. Спасибо.
А камни на интеллект можешь делать? То ювелир здесь сидит. Я нет. Нет, тут я сейчас сделал камни просто. Вот, уж у ШПшки рядом со звездой стоит. Прист. Простите. Не, нет. Блять, ну ёбаный в рот. Прист, я ж попросил, 20 к силе. А не 23 к силе. Сказал 23. Я сказал 20 к силе. Жопа горит. Этот, Бул поставит жив. Там кошка разгон взяла. Бул, дай живца. Починитесь, кстати, все, ребят, кто не хочет бегать. Починитесь, реги, вся хуйня. Ладно, может быть, короче, я въебался. Сделай, пожалуйста, на 20 ксида. А, ты делаешь, да, что-то? Кому-то в трейде. Чар что-то там. Чарш это танк. Двадцать к силе. Просто к силе. 20. Чтоб бить сильнее. Короче, Райтрика, доберу 208. Ну, ты посмотрел, что у меня есть? У меня просто 20 силе. Есть 40 к силе атаки. А у тебя нету плюс 20 к силе? Серьезно? Блять, ладно, давай обратно тогда камень. Этот. Он бетона спросил, берет бетона есть. Ребят, есть ли у кого-нибудь 20 к силе? Вася вакуум. Вася вакуум, дай трейд. Давай этот шкаф ставь. Давай потом нахуй с этими профессиями, ребята, алло. Значит, ребят, какие ошибки я посмотрел. Вы много кто теряется, просто что делать. Я повторю еще раз, смотрите. В лучах, ребят, максимально быстро выходите. За агро своим, пожалуйста, следите внимательно. Потому что бой с риф агро это просто ваншот по милишникам. Ребят, лучи примерно чуть больше, чем вот эта звездочка. Сходу выходить надо. Смотрите дальше, по танкам. Тетрион, короче, ты на себя забираешь хватоплета. Потому что РДД компа это пожирнее, мне кажется. И милишники вы бьете этого, как сказать, водяного и плюс грозового не забывайте, то есть тоже вы опускаете быстро водяного, но грозового, блядь, стоит у нас, надо, чтобы разом все опускались. То есть РДДшники тоже переключайте, потом грозового, как только вы опускаете, максимально много ДПС нужно носить. Бурсты прожимаете свои, блядь, пот их пейте, похуй вообще. Нам нужно пережить 6 трэш. Мы убиваем трэш, и дальше все идет как по маслу. И про палку, дерево вырастающее, нужно моментально на нее свищаться. То есть, кто первый увидел, там, чик, там, маякнули, нахуй. Даже без маяков просто свищнулись, нахуй. Я там уже занонш, там, через секунду-две. Давайте. Сейчас ретрика засумонте, киборга. Он здесь ждет сумон, пишет. Дайте шкаф. А, вот шкаф. Я сумоню, все. Он здесь. Все, подняли масс-бафы, подняли фулл ребаф, давайте арчи на баф на полного АФК. Такую хуйню всякую. Поднимайте все бафы. Подожди, разбафывайте. Четвертая группа утер. Утерхаус. Релок. Демон релогается. Все замечательно. Давайте, ребята, нужно еще убить 4 босса, это минимум. То есть Фрея, Мимирон, Генерал и Йок. На остальных, там, блядь, уже задерживать я не буду. Главное, основные мы убьем, мы пройдем. Кто хочет, да, тут останется. Да, остальных, кто хочет, тут останется. Если будет хотя бы человек 20, то будет охуенно. В первую очередь застряемся на Фрее. Сейчас все запомнили, взяли фокус Фрею. Отслеживайте этот каст, он важен очень. Любой хил возьмет сало, он просто не поднимет человека. Это 5 секунд. Даже 6. Все, еще раз рычина баф на пол. Значит, Shadow Wave, бери фокус этого чарж за пивом. И Леопольд, ты тоже напуливаешь на чарж за пивом. Любой трэш выходит, вы напуливаете на чарж за пивом. ДК точечник, он будет вытягивать по парочке человек.
То есть у него ЛПшками больше агрогенерации идет, чем нежели у Вара. Вы увидели, вы запомнили этот момент? Повторюсь, Леопольд. Плюс-минус, что ты услышал, что кого-то даешь. Да, да, я. Хорошо. Костя, ты понял, кого ты даешь на пул? Отлично. Выходит пачка трэша. Костя, ты напуливаешь на него водяного сразу, потому что все будут играть через водяного. Будет рваться агро водяного. По КД на пул нажмете. По КД. 30 секунд прокатилось, нажали на пул. Отдаете. Взяли все фокус. Фрейю еще раз рычина баф на пул. Фласки свои проверьте. Можно кулак паладин, пожалуйста? Куда? Кому? Вот Хант, единственный в пати. Да. На всех висит. Я знаю, но мне тоже, но мне, боюсь, 12 минут не хватит. Ладно, обновим. Все, все готовы, танки по готовности. Начинай, веди сюда, РДДшники, хилы. Вы стойте рассредоточены, пожалуйста. Много стоите в одной местности. То есть кто-то вправо, слева, за ней стоите. Ну, не прямо за ней, нет. В этой точке, но не вместе. Никто не бьет. Но ты лучше лишнее не лутать и поднимать максимально. Все, поехали. По трэшу. Ауешно. Что мне пропало? Вышли, вышли, случай, быстро, 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 вышли, вышли. Дар начал расти, стопнули. Поехали, по дару сыграли. По дару сыграли. Стоп, не взрывайте, не взрывайте, не взрывайте. Все, по одному, по два начинаем взрывать. Лоу хпшный. Корни. Хорошо, взрываем, 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 взрываем. Потихонечку. Стоп, 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 не взрывайте. Стоп, стоп, стоп. Подняли на фул, стоп, не взрывайте. Хорошо, хорошо. Стоп, все взрывали. Молодцы. Нет, не надо, не давай дезинформацию. Возьми фокус изначально. Отслеживай сам. Она бывает просто хуйню пишет. Корни класает. Можно менять. По корням тоже сразу швичить, не нахуй не нужно здесь. Если нет трэша, все, большое дерево. Встали, нашли грибочек, поехали. Дар, за боссом, милишник, свичник, РДДшник, свичник, больше ДПСа. Овнисайт выбежал. Овнисайт выбежал. Блять. Поднимите демона, стоп каст. Прохиливайте фаербулы. Корни, корни. Фридом, 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 дайте. Где он? Есть-то. Убеги, убеги. Фридом, по корням сыграли. За форму смени и скинутся корни. Под дерево, под гриб заводи. У нас половина, блядь, пачек просто бегает. Алло, ребята. Ребят, надо под грибы вставать и бить его. Удар, свичнитесь. Если вы не встаете под грибами, вы не можете бить. Очень долго. Рассесало вешается. Стоп, каст. Побейте, блядь, пиздец. Собирайте трэш, никто не бьет, новый трэш, никто не бьет. Ничего, и дальше играем, играем. Добили гриб. Гриб добили. Быстро. Фул ДПС гриб. Хорошо. Поехали. Набивайте агро. Танки. Водяного. Каст. Резать. РДД по хватоплету играем. ДК, на себя забирай хватоплеты ЛПшками. Смотри, как вы там порешали. Все, начинаем, опускаем. Дарс, дарс, свичнули, дар. Блять, уже полпачка лежит. Нихуя страшно, похуй, бьем. Четыре человека мертвые. Похуй. Разбери. По водяному каст сбивайте. Водяного, где грозовой? Хорошо. Забор, перед боссом стоит грозовой. Хорошо. РДДшники, играйте в это плета. Подбивайте, подбивайте больше трэ, больше БДБС. Водяного сбивать косты. Грозового больше. Сведите их, сведите, сведите, чтобы кливали. Сведите их. Захиливайте. Че дерево? Нихуя страшно, добиваем. Добиваем старый трэш. Добиваем больше. Корни на мне, на мне. Под грибы вставайте, добивайте. Я не могу дотянуться. Добивайте, добивайте. По водяному больше. Все понятно. Хуево все у нас вообще. Хуево, просто рассредоточенность какая-то на дереве, нахуй. Это пиздец. Упали. Зашли в луч, упали. Встали в оранжерее жизни. Дерево просто никто не бьет, потому что все бегают. Потому что дерево. Потому что никто бегает. Под грибы не заходит, вот и все. Угу. Я не могу найти гриб, от которого я могла бы достать до дерева, оно постоянно перемещается. Танк, можно как-то в одной точке держать.
минимум танк стоит под деревом, ой, под грибом, с деревом. То есть где стоит дерево, там по-любому будет гриб. Все, ладно. Хуйня война. Я понял ее. Ну, иногда не видно, где дар. Обычно на его штане как? Перед ебалом своим где-то ставят, да? Что? Рандомно. Я про дар. Наш где-то его перед ебальником своим. Ну, рандомно, в любой точке. Кидает. Она вокруг себя в радиусе 50 кидает. Ребят, давайте по 100 брони будьте. У нас проблемы, я так понимаю, с деревом, вот с этим, может быть. Я подумаю сейчас насчет профита на него гирова дать. Еще одну может выйти, это бред, конечно. Она 100% выйдет еще одну. Поддержи там, где я стою. Тут 6 трэша. Звездочку, ребят, отойдите от звездочки, звездочку поставьте рыбку. Тут будет по 2 трэша каждого. В любом случае, то есть будет 2 дерева, будет 2 бомбочки, будет 2 по 3 моба. Стоит кушает. А кроме так, река, он кто еще сдох от трэша? Сейчас посмотрим. Вот река, он, я смотрю, его какой-то моб убил из 3, который. Чего? Я под самый конец сдох. Река? Там Костя лучше, ребят, лучи ебать, внимательно, блять, просто, блять, хуй знает, долбить это, что не надо лишний раз какие-то перебежки делать, увидели луч, вышли с него, так, увидели гриб, встали под гриб, увидели, ну, так... дохуя бомбочек, блять, да, залили, а ауе нахуй слили. Он потом, пишет потом, вар, блядь, что не сбили каст, так назначите на каст, есть грозовой, есть водяной, вон два ДКшника есть, одного да, не сбили грозового. Каст, потому что мы добивали большое дерево, все били большое дерево. Поэтому не сбили каст. Нам нужно успевать заливать трэш до появления нового трэша. Давайте дальше пуляем, пробафались. Мы так рассусоливаем. Да. Все, это реча на баф. Больше пула, больше шансов. Проблема только с деревом. Да нет, проблема просто в целом за игру игроков. Все, танк, давай, поехали. Танки, пожалуйста, побольше на себя забирать. ДДшники, смотрите, следите внимательно за своими агро. Соситесь. Рассасывайте, да. Больше там, никто не бьет. Ждем первый трэш. Все, отлично. Первый трэш вышел. Стойте, не вливайте сразу, дайте набить агро. Поехали. РДТшник хотоплет, у милишник играет по водяному. На, стоп, раз, нахуй, упали. Ладно, кибот, хуй с ним. По дару сыграть, свичный удар быстрее. Блять, за деревом все спрятано. Вышли с этих случаев, вышли. Все, играем по водяному больше. По водяному больше играть. Фрейя фокус возьмите. С корней отлично. Красно, замечательно. Все, опускаем их. По грозовому больше. Опускаем. Стоп, каст, стопните каст. Отлично. Все, добили. Добиваем всех. Добили. Молодцы. Отлично. Все, вышли с лучей. Если сразу его. Нет, подожди, не надо БР. Под гриб сразу заводи, под гриб. В дар сыграйте, ребят, в дар. На дар можете прожимочки отдавать свои. Дар сыграй. Все, ребят, под это внимательно за дебафом смотрим. Все, фул ДПС бурстите прям, все бурсты отдавайте свои на это дерево. Нужно быстро, максимально быстро заходить. Кто там МПК стоишь в луче, молодец. Если видите, дерево умирает, нахуй, грибочек, заходите на другой, который только растет молодое. Сразу перемещайтесь, сразу это все делайте. Смертокрыл убежал с рейда. Больше ДПС, еще больше. Давайте, лям, добили. Стоп каст, стопнули касты. Подняли рейд на фул, поднимите рейд. Подняли фул рейд. Вася вагон убежал. Фул рейд подняли. Дар, свичнули, дар. Добили дерево, свечный дал. Молодцы, отлично. Корни разбейте. Начиная, это вышли с этих случаев, вышли. Начали ауешить.
На пулы, на пулы. По КД на пулы. Только новый трэш на пулы. Побыстрее. Фунтика, Берните. Ну сейчас, подожди, после этого трэша Берни Фунтика. Отдай массакру плюс баба паладин. Кто Бернит? Андрей, сейчас все скажу. Отдай массакру, начинаем взрывать. Дал. Давайте, взрывайте как можно больше, сейчас нужно взрывать. Все, стоп. Стоп, взрывы. Все, взрываем, 1-2 взрываем, поднимаем, все, отлично, дар. Стопнули, играем по дару, РДДшник, свечный удар, милишники подбивайте. Стопнули, каст, стоп, каст, поднимайте рейд, отлично. Подняли рейд на фол, стоп, никто не взрывает, никто никого не взрывает. Никто никого не взрывает. Блять. Поднимите по ХП людей, не взрывайте, не взрывайте. Да поднимай, сова большая, новая, с ВПшек крепкого чая, БР. Вторая сова Фунтика, БР. Войд Фурии крепкого чая, Овни Сайт, Берни и Фунтика. Хорошо, подняли. Мазбаф поднимите, под грибы заехали. Начали ДПСить. Все, фул ДПС, гриб. Прохилим, с меточки внимательно. Вышли, вышли с этого гриба, быстро, 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 молодцы. Больше. Поднимайте рейд по фулу, поднимите. Больше, стоп каст, стоп или каст, подняли рейд на фул. Молодцы. Играем, 60%. Больше. Бурстля давайте. Уходите, подходите, дар. Зайти. Дар, дар, свичнули, дар, быстро, 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 фул ДПС, дар. Отлично. Все. Больше ДПС, ребят, по дереву. Мало очень ДПС. Просто оно захилилось от дара. Фу, страшно, бьем. Подняли рейд на фул. Больше ДПС, максимально. Вышли из лучей вышли. Играем, 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 играем. Не пускаем руки. Больше ДПС. Чаш запьем, вы видите его. Трэш новый собирайте, собирайте на трэш новый. Набивайте агро пока танки. Больше добивайте, добивайте, добивайте. Больше ДПС. Блям. Дерево. Удар свичный. По дару. Хорошо. Все, добили, добиваем дерево. Водяного. Дара не убили. Сука, понятно, упали. Ой, блядь, тяжело так. Что-то пиздец вообще. Упали, упали, зашли, лучше упали. Тут же резко жизни, ребаф начали, пульнули еще раз. В принципе, все неплохо было. Единственное, реально, с деревом проблема, я хочу герою от него отдать. Надо было на второй герою отдавать быстренько, бурстить его, и все. Ну, прошли. Ладно, буду посчитываться действовать. Ребят, когда бомбочки, вы внимательнее взрываете. То есть, если не было каста, условно, то не взрывайте. Потому что, когда она кастует, она также бьет АОЕ урон. И плюс, если мы в это время взрываем, то это очень больно. Что у нас по хилу? По хилу, в принципе, блядь. А, ХП, Тревор, что у тебя с ХПСом? Хапал. Тревор, что с ХПС? Почему такой маленький? Тревор, давай подсоберись, на немножко кнопочки нажимай, тыкать. Мне, ну, мне очень важно здесь ХПС. Важно, пиздец. Андрей, ты там что ли всех схиливаешь или что, блядь? Поставили рыб. Подбежали все быстрее, 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 быстрее. Давайте, 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 фаста, 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 ребят. Рыбку АМЛ поставь. Маги, дайте столик, пожалуйста. Давай на столик. Тыкайте на столик. Ребят, насчет гриба, смотрите, фишка такая. Вы видите, что дерево, гриб, который вы это, он уже, блядь, прям вырос, пиздец. Вы уже начинаете искать, которые маленькие грибы, которые только начинают расти, и под них уже вставать. Не стойте до талого, потому что вы теряете очень много времени. Танк то же самое, видишь, гриб большой уже, все, начинай уже, смотри, где маленький гриб, и введи его под маленький, все, рчи на баф на пул. Масбаф проверили, подняли по рейду. Подпилися. 5 копеек, да, ставить? Давай. Не забегайте с черепок под этот, под грибы с толпой. Туда лучи как ебанут, нахуй, пол ХП лежит, нахуй. Да. Черепок вешается в рейде.
потому и лучше ебанет нахуй по грибу. Ях, что с тобой? Крепкий чай быстрее. Где ты, блядь, ебаный насос? Ой, блядь, крепкий чай. Крепкий чай, крепкий чай. Крепкий, блядь, чай. Да я видел, что он стал ставил. Крепкий чай, алло, быстрее, блядь. Больше пула, блядь. В фокус возьмите фрея, чтобы отслеживать каст. Нельзя, чтобы ловил сал. Танки побыстрее, пожалуйста, на себя забирайте трэш. Именно вот этих трех хуеплетов, от них у нас много людей падают, умирают. Блядь, чай, ебаный насос, сука, ты где? Все, блядь, здесь, поехали, танк пуляй. Рассредоточьтесь, ребят, кто-то возле дерева, возле воды встаньте, чтобы в случае чего свичнуться в деревяшку. Кто-то слева встаньте, хилы по центру, хилам центр желательно оставьте. РДДшники полукругом встали примерно ориентировочно. Плюс-минус. РДДшники возле воды вставать. Никто не бьет фрея. Набивай агро. И не забывай, что ты тоже танчишь. Все, поехали. Ну, стойте, стойте, стойте. На пулу дали. На пулу отдать. Подождите. Все, поехали. Корни по Андрею. Хорошо. Поехали. РДДшники потоплет и играет. Милишники должны сбить каждый каст. Вышли случай. Фулл ДПС. Дар. Дар растет. За босса. Стоп каст. Поехали. Дар не должен вырасти, ребят, алло. Хорошо, отлично. Поехали по грозовому, больше грозового все свичнулись. РДДшники в хотоплёт играйте. Ну как ты умер, рекаунт, ёбаный насос. Ладно, лежи, блядь. Больше дайте по грозовому играть. Грозового, фу, ДПС грозового. И хотоплёта. Хотоплёта убивайте. Убивайте, 200 тысяч. Быстро. Есть БР у кого-то еще? У нас две совы, правильно же? Минус три тела, охуеть. Охуеть, блядь, упали нахуй. Корни бить. Упали. Слушайте, у танков есть какой-то ДД-спек из двух вот этих танков? Что-то мне кажется, минус три тела это в танках какая-то проблема. Ну да, от нестабильной энергии они умерли, проблема в танках. Понимаю. Да, это кто проблема видео. Там рекаунт, аспект, сбоксер, по-моему. Смерть аккаунта, чё-то атака ближнего боя, сборка. Ну вот смотри, аспекта фрея ебануло, значит на фрею хуй забил танк. Рекаунта ебанул хватоплёт, значит хуй забил танк. И кто там? Иксборг. У кого есть танк еще? У меня, вот, у Войда. Если у какого-то танка есть ДД, я сейчас спекнусь, посмотрим, может лучше будет. Но Xbox, да, нестабильная энергия. В луче стоял, вала и бал. А Xbox что-то пиздец вообще. Да, рекаунт срывал опять. Ну, по КД сколько траев мы здесь есть, он срывает, да, потому что танки хуй кладут. Да, не срывал, он, по-моему, где внизу был, блин. Но... Да нет, не надо докачивать. Он либо сам таунтнул, либо от чего-то ближнего сдох. Оставайтесь. Все, ладно, сейчас спрятнется, у нас будет в танк. Кто чаш, там? Вар в ДД, да? Да, вар в ДД. Ага. ДКшник, ты, короче, фрею держи, на ней ЛПшки набирай. И хватоплёт появляется, на нем ЛПшки хуярь. А я... Говорю тебе еще раз, по агро он был далеко внизу. Он либо сам стал тебе сдох от этого, либо от какой-то херни сдох. Шадовех и Леопольд подняли фреев эти фокусы свои. Навод Фьюри. Рыбку. Давайте, ребят, больше трая, больше, блядь, шанс победы. Я хочу убить его плюс 3. Но до талого мы не будем сидеть. Ну, желтая еще. Меточка, пожалуйста, выйдите из желтой меточки. Желтая меточка для рыбы. Ой, фунтик выйдет, пожалуйста. Выйдите из желтой рыбы, пожалуйста, спасибо. Давайте, ставь метку. Титрион, иди сюда. Да, конечно. Короче, я фрею буду держать. И два моба водяной и грозовой. А ты чисто хватоплёта. На него чистые ЛПшки, чтобы он чисто на тебе висел. Если видишь, он начинает тебя пробивать... Да, Войд, кому ты рассказываешь-то, блин? Всё. Что-то знакомый голос. Да, конечно, знакомый, блин, вас водил в фантайме. А ты кто? Криори? Ага. Чё ты тут делаешь?
Я расслабляюсь, типа. Ладно, я Фрею начну, короче. Вот на Фрее и на двух. Дерево тоже подержу. Я ты так, блядь, куда собрался? Хочу ебануть. Ладно, давайте. Приставал. Подняли мазбаф. Приз стабаф обновить. Именно на стамин. Ага. Кто танчит, Рога спрашивает, на кого напугал? Воид, первая пати друид. Я же сказал, вот фьюри. Все, все готовы, по готовности Патрион, начинаем. Слышишь? М? Вот тут Фрею держи, там где чай прыгает. Опять не разберется. Нет, это самое плохое место, потому что она частенько будет кидать за реку. Поэтому всегда держится она в середине. Трэш, набивайте агро, на пул отдали, РДДшки поехали по фотоплёту. Ребят, рассредоточьтесь, вы очень близко стоите друг к другу. Максимально влево-право включились. Удар растет за босса, быстренько РДДшники свичнулись. По грозовому играйте больше. Не забывайте про воду. Фотоплёт убьём. Фотоплёта заберите, что выводит. ДК будет. А, все, понятно, ДК не води его. Играем по грозовому. Фул ДПС грозового. Фул ДПС грозового. Убиваем. Убиваем. Отлично. Ну что, лучше? Хорошо, все, давай. Погнали дальше. Корни. Играем по корням. На пулы не забывайте, также руки и ханты. Гимна мана уже спели. Все, ребят, нашли их. Этого. Дерево. Поехали по дереву играть. Фу ТПС дерево. И киборг выбежал. Иксборг убежал. Иксборг убежал. Хорошо. Больше ДПС кидать. Еще больше дайте. Сейчас появится деревяшка. Можно будет свичнуться. Аспект убежал. Стоп каст. Отлично, подняли рейд. Выйди с луча, сова. Убили, убили, убили его быстрее. Больше ДПС. Давайте, добивайте. Молодцы, вообще отлично. Все, замечательно. Дар, дар. Нашли дара. Убили, убили дара на речке, дар. Быстренько свичнулись, свичнулись. Больше, больше, больше ДПС. Молодцы, отлично. Пяточники все начали ауешить. На пулы сдал. Отлично. Все, ауешим. Ребят, внимательно. Скоро будет каст. Все, каст прошел. Дай массакру плюс баба. Да. Да, все, взрываем. Взрываем, 5 секунд взрываем. Все, стопнули взрывы. Стопнули. Корни. Стопнули взрывы. Потихонечку взрываем, начинаем. Вышли случай. Все, взрываем. Стоп, стоп, стоп. Все, взрываем. Стопнули. Стопнули. Удар свичнули. Удар. Хорошо. Поднимайте рейд. Замечательно. Взорвите последнего. Отлично. Подняли рейд на фул. Хилы по ману. Посмотри, стопнули каст. Замечательно. Поэтому. По Тревору дайте иннер. И посмотрите его иннер. Дайте, пожалуйста. Перехвати ДК босса, дам иннер. Поехали, ауешим. По фаеру сейчас мастерку отдашь, я скажу. Вышли случай, ауешим. Подняли рейд на фул. Сейчас внимательно, сейчас будет каст. Дар, дар, свичнули, дар за слева, от где мы стоим. Слева. Играем в дар. Корни внимательно. Начинаем потихонечку взрывать. По одному взрывайте, стоп, вышли случай, стопнули взрывы. Его хпшно взрывайте. Я заберу босс. Стоп, стоп, не стопка, стоп, не взрывать, не взрываем, не взрываем. Подняли рейд, подняли на фул, не взрываем, не взрываем. Стопнули. Не взрываем. Поднимайте рейд на фул, поднимите. Все взрывает. Нет, блять, им какие нахуй потеряли. Бернем потом. Стоп, 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 не взрывайте. Поднимите рейд на фул подняли. Все взрываем. Дар, дар, свичнули дар. Дерево большое. Быстренько зашли. Под грибой, грибочки нашли, зашли под грибы. Все, максимально ДПС дали, да, давайте бурсты свои. Рекаунт убежал.
хорошо. Дрожание произошло замечательно. Видите, большое выросло. Сейчас будет этот. Амела убежала. Амела с рейда быстрее. Долго очень. Поднимайте рейд, а фул. Еще один номер, блять. Выходите с лучей, ребят, очень много дохнут. Не должны умирать. Поднимайте рейд на фул, поднимите рейд, не жалейте, блядь, ебучие этой маны. Больше трех, это... ППС больше дайте. Дар свичнули справа. Быстрее, больше ДПС удар. Добили дерево. Хорошо, отлично. РБРните мне, пожалуйста, фунтика и импакея быстрее, пока нету трэша. Набивайте агро. МПК, хорошо, подняли, масс-бафы подняли, стамины, лапы баф, хпалы, паладины, вернее, каски, хуяски, давайте все. Все, начинаем, дамажим, больше ДПС. Потоплета больше, поводяного меньше, касты не забывайте, лец, дар за боссом, милишники, свечные, всегда дэшники, дамаж, больше ДПС, еще больше, отлично. Опа. Пиздец, добили нахуй меня. Ничего, это последний трэш остался. Хорошо. БР, третий, медведь как закончишь. Я дам, ДК заберет, подожди. Замечательно. Стоп-каст. Подняли рейд на фул, поднимите рейд. Добивайте хатоплета, добили. Замечательно, давай метку, давай БР, ДК забирай. Встали по точкам. Милишники, там ДДшники за ним. Поднимем фаербол. Даю. Давай, все. Встаю. Стой, не встаю, сейчас лучи пропадут. Дар, свечнулись, дар справа. Встаю, захиливайте. Да, лапку. Иннер. Кому-то Иннер есть? Лучше дать. Давай, скилла, перебежали быстрее на ту сторону. Перебежали, быстро. Нестабильная энергия, внимательно. Геро, давай. Геро, дать. Перебежали. Через нестабильную энергию только не бегите, отлично, все, начали фул ДПС, поты пропейте свои, фул поты, все, ДПС, ротация очень простая осталась. Короче, перебежали. Тебе дал. Перебежали, быстро, отлично, замечательно, все, начинаем, гимн на ХП, на ману вы дайте. 3 секунды. Хорошо. Дар, РДДшники, в дар свичнули, быстрее, фул ДПС, дар. В дар. В другой стороне. Блять, нормально. Перебежали. Только через нестабильную энергию не бегайте, пожалуйста. Не напрягайте хило. Все, дамаж. Больше ДПС. С корней не забывайте выпутывать. Перебежали. Отлично. Корни тоже надо убивать. Ну похуй хотя. Играем. Поднимайте рейд на фул, поднимите рейд. Замечательно. Перебежали. Быстренько. Замечательно. Все, играем. Корни почают, блин, дашь. Перебежали. Дар. Стоп-каст. По дару начали играть. Дар далеко. Быстро. На воде играем в дар. Дайте вырасти ему. Отлично, замечательно. Перебежали. Быстро. Перебежали. Хорошо. Играем. Внимательно смотрим. Перебежали. Отлично, играем. Перебежали. Стоп-каст, перебежали. Дерево мерзло. Блядь, реально перебежало, косяк мой. Выйдите от бомбочек. Все, дерево захилит, блин, научу, ребята. Дерево, блядь, пиздец. Косяк. Видите, вы что, дерево не видите? На ту сторону перебежали все, на ту сторону. Ладно, побьем чуть больше. Берсерк далеко. Аккуратно, ребят, сейчас взорветесь. Поднимайте рейд. Подбежали. Убегайте. Ребят, внимательно за деревяшки смотрим. Я тут проебался, что-то пиздец. 56 секунд, ребят. 2 ляма надо быстрее убить. Перебежали на ту сторону. Быстро. Дар, свечный дар. Быстро в дар. Больше ДПС в дар. Давайте 2 ляма быстрее, ребят. Больше ДПС надо. Стоп-каст. Перебежали.
Поднимайте рейд. Давайте, давайте, ребят, тужимся. Победа была в кармане, нахуй. Больше ДПС. При ДПС 1.5 ляма. Фулл ДПС. Давайте, давайте, еще больше перебежали. Быстрее. Лям, все, бурсты, прожмите свои все. Сколько до берсерка? 30 секунд, да? 10 секунд, 7. Дерево. 5 секунд. Дерево, дерево за боссом, дерево, блядь, за боссом. Милишники свичнули с дерева. В лесу можно выжить. Стопнули каст. Понятно. Сука. Заебись. 400 тонн, ребята. Ну, я не один из миликов побежал бежать, побежал бить дерево, вот которое зарезало. Ребят, просто вот. Там буквально 2-3 человека пошли бить это дерево и все. Да, да, чтобы вы понимали просто, это вам урок, нахуй, что дерево, блядь, не шутит, нахуй. Ладно, ну, все. Хуй забили РДД просто и вайпнулись. Сами свое время проебали. Сейчас бы, сука, убили, боже. Конечно. Ладно, ничего страшного. Давайте. Все все поняли, все все увидели, все все запомнили, что и как делать. Сейчас пул был хороший, без этих, без больших. Таких больше. Ну, ты только самое главное. Самое главное, не торопись, чтобы косяков. Да, 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 я поторопился. Не торопись, все просто. Чаёк, так скажем. Чаёк, давай еще с нами останься на трай. Давай последний там с женой договорились. Кто, я? Не, я чайку, чайку. Давайте быстренько. Вы ушли за звездочкой, быстрее ребафнулись и поехали и убили. А, ролл 8 минут, нихуя чуть не проебался, красавчик. Давай паролем быстренько. Паладин звездочный. Чернокнижник. 3 токи. Давай, дали трейд. Смотри, пол Тревор. Еще один могу на успех отдать. Да, это тело. Кому трейд? Кому трейд? Фаербул. Раз, смотри, крыло отдал. Быстрее ребафайтесь, пока я разжаливаю. Тревор и аспект, давайте быстренько по звездочке трейд. Аспект, давай трейд. Тебе пока не до этого. Давай, давай, вот сейчас. Хорошо. Еще один воин-хан шаман токен. Парольте быстрее. На мейн сначала. Да, естественно. Леопольд трейд. Ролем запы кольчужный крит-хаст. Да, Вася, да, да. А ты был на Хадире? А, все, окей, трейд. А, точно, ты с нуля. Все, забыл, забыл. Колечко СПД, РДДшная. Пароль чай. Хасхит СПД. Кстати, в принципе, так хорошее колечко. А на успех можно паролить? Нет, только майна. Майна надо. Чаёк давай. 7 минут оставалось, буквально. Так, все, рыбку сейчас покушаем. Ребят, давайте все то же самое красиво сделаем, так же, как было. Подождите, мне надо релогнуться, мне, блядь, хаспот забагался, нахуй, это забагался. Понятно, какая-то надо. Все равно не даешь ДПС, поехали. Реально, у меня возгорание забагалось просто. Хыст. Первый раз за 2 месяца рекаунт открыл, ебать, я на трэше ДПС кручу. Чем сова, блять, я просто в шоке. Типа там ближайший ко мне что-то вар был, что ли, 9000, у меня, блядь, 15. Ну, паладины, конечно, и накручивают. Да, но только на трэш. Да, но только на трэш, я знаю. Так, я готовченко. Фласочки, ребята, обновите, у меня кончилось. А мы должны себе обновить. Нет, нет, я себе обновил, вы себе свои обновите. С рыбу еще поем 10 секунд. Давай посмотрим, у кого нету. У семерых. У меня кончились фласки. Кто говорит? У меня тоже все закончилось. Это шапой фунтик.
Ладно, похуй, похуй. У меня на хосту только остались три фласки. Кому на СПД? СПД. Ледяной змей был. Кому на СПД крепкому чаю, блин? Звезду. На СПД кому банки звезду. Бесплатно раздаю, давайте. Трейд кидайте. Давайте по-быстрому. Без забирайте трейд, берите банку. Еще кто кому? Да, что если ты давай лесом? Сказал бесплатно, чё. Все, поехали, 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 поехали. Танки давайте, все то же самое. Ребят, все то же самое. Все увидели, что можно одному убить. Фокус возьмите, не забудьте фрейл фокус взять. Вместе не стойте. Все, деревяшка. Начали бурстить в нее. Наплывы хуилы. Все, поехали. Фулл ДПС. В случае выходим на аспект. Ну как так-то, ебаный в рот. Ну лагаю я. Деревяшка. Дерево упало. Под ДДшник, типа дерево крепче убежало. Убиваем, хорошо. Ой, вот, посмотри, чтобы драгдилер убежал. Доборезать сразу, иначе мы пройдем ДПС потом. Сейчас, сейчас, сейчас. Бэр, давай. Сейчас будет файри, ты никого не танчишь? Забери босс. Подведи его сюда, ближе, ближе. Все, ДПС там, все, отлично. Хорошо. Ребят, внимательно смотрим, пожалуйста. У нас два БР осталось, это очень мало. Вышли, вышли, случай. Подару сыграли сначала, пускай танки набивают окро. Один кто-нибудь водяного сбейте-ка. Все, поехали. Похват облёт РТДшник, все то же самое, ребят. Стоп-каст, стоп-каст. Подняли рейд на то. Все, начали ДПСить. Максимально много ДПС, а уешьте, хуешьте, там все делайте. Друид, нажми лапку там между кастов. Ну это даст. Все по этому. По грозовому начали играть. Больше грозового. Косты кикайте все. Вышли, вышли, случай. Быстро, быстро. Убежали, убежали, случай. РДДшники добили ход оплета. Добили ход оплета, РДДшники. Добили ход оплета. Дерево, дерево стоит, ребят. Дерево стоит. Добили ход оплета. Оху на дерево, блять. Надо было добивать. Ох, давай пойдем нахуй быстрее будет. Хвали. Ну, давайте пойдем. Я не пойму, почему у нас умер быстренько водяной, ребят. Почему умер водяной? Потому что у него ХП меньше просто. Как-нибудь разок попробуйте посмотреть на их ХП. Вот из всех мобов у него ХП меньше всех. Да, не потому видел. Что его бьют больше, а потому что у него ХП меньше. Просто сплэш урон идет от рейда, он идет равномерно. А у ХП у него просто меньше из всех этих трех мобов. На 300 тысяч меньше. Да, и это очень влияет. Ну хотя 300 тысяч, как бы, когда умер один, у второго осталось 850. Ну, как бы, 10-12 секунд прошло, нахуй, они резнулись фулл ХП. Помимо того, что дерево еще вырастает и захиливает 33, и сколько там процентов. Блять, уже что-то... Хочется психануть. Ну мы по факту мы закрыли фрейв в хэйме. Батя, что она сюда-сюда ходит? Нет, по факту мы не закрыли фрейв в хэйме. В смысле, да, по сути закрыли, а по факту нет. Просто надо без тупых, без этих смертей, нахуй, и добивать все четко. Если одновременно, значит одновременно, блять, дерево не проебывает. МПК с тобой меняемся. Рэнк 208 беру. Дырку хочет дополнить. Давай. Бери, наверное. Рыбу ешьте, пока стоит. Надеюсь, больше пятеры даст. Больше, чем три. Давай, ребята, вот последний трек, короче, в хейме реально. Просто мы очень много времени проебали. Я вижу, что мы убьем, но пиздец. Я хочу дойти до талого. Да нет, рассматриваем, но просто я очень хотел фрей убить в хейме. Мне там по факту нихуя не надо, просто вот для себя. Самое видно, что мы можем ее убить в хэме. Мы убедились. Как бы. Да мы убили, блядь. Дайте шкаф Локи кто-нибудь, пожалуйста.
Четвертая группа, шаман, присуманьте. Ты чё ему дискорд дашь? Да, даю. На генерала пойдем? На кого? На генерала. Естественно, конечно, пойдем. Сейчас последний трай, ребят. Максимальная собранность от вас требует. Это, присты, можете бафы развесить у меня эти, поскольку кончились на да, давайте же все поставлю нахуй. Ой. Это баф. Пиздец, заклинание пока недоступно. Да что с такой нахуй? А где ты его поставил? Да, блять. Ты же его ставил, у него КД, по-моему, 30 минут, нет? Час. Сейчас монстры уже деснутся. Все, давай, ребят, последний трай, короче, в ХМ. Если не получается, идем разбиваем нахуй. Подожди, одного. Мы здесь сидим уже? Да пиздец, мы здесь очень много времени сидим. Мы бы уже закрыли на фу. В обычке. В обычке, нахуй. Заебала ты обычка уже. Скрывать ее, нахуй. Все, ребят, я верю, что мы сейчас просто с пула возьмем, сейчас оберемся. Трек, ты в дискорд зашел? Трек. Я верю, что, блядь, сейчас все соберутся, нахуй. Все, трек зашел, ты тактику знаешь, тебе ничего не надо рассказывать. Трек, ответь мне, ты знаешь тактику? Короче, знаешь, да. Не буду повторять, все, поехали. В случае белых выходи. Там уфнулся импар или кто там? В случае белых выходи. Подожди, стой, дисконнект, стоп, третья платья. Блять, маг, что с тобой? За все тут. Все тут, МК обновляй. Я не знаю, что тебе с вами. Давай, поехали, там по готовности полетели. Ребята, все внимательно, пожалуйста, все следите за всех. У них никто не должен умереть на этих переходных фазах. Максимум 2 человека. 3. Это и то в самых критических ситуациях. Я первый. Внимательно смотрим за этими. Все, поехали, начинаем ауешить. Дрожание прозвучало, все. Начинаем фул ауе. Фул ауе, да? Рейда на пулы ауешки. Давай массакру. Давай и начинаем взрывать. Стопните, не взрывайте. Подождите, стоп. Все, взрываем. По одному, по два, ребят, взрывайте. Просто. Корни, с корней вытаскивайте, не забывайте вытаскивать с корней, они очень больно бьют. Он кош нажмет. Тут я вообще опустился уже. Опасно было, опасно. В случае выходите, выводите, в случае. Расстрелить точно не будете. Все, ребят, еще 5 трэшей. Стоп каст. Подняли рейд на фу. Дар. Вырастет. Грибочек вырос, все. Стали под грибы все. Стали под грибы, все, начали дамажить. Пусты, ребят, давайте. Гнев природы убежал. Реди. Иди как на шапе, короче. Да не на мне. Это на другом СП. Похуй. На каком-то из ваших побольше ДПС. Мало очень ДПС. Больше, еще больше дайте ДПС. Максимально много надо ДПС. Давайте. Больше. Стопните каст. Дар, свечнулись. Дар, быстро, дар. Забили хуй, дар свичнулись. Дар, больше. Все, молодцы. В случае выходим. Отлично, минус 2 трэша, ребят. Еще 4 всего лишь. Точно в том же духе играем. Поэтому по ДЦшнику отдайте, пожалуйста, Иннер. Сова, отдай Иннер по ДЦшнику. Все, играем, ребят, внимательно. Рога на костах. Остальные играйте через грозового. Хватоплёта больше фул допустили, ДПС бурсти. Вышли из случая, быстрее. Быстрее случай. Хорошо. Лучше надо будет внимательно. Хорошо, играем. Больше. Дар. Стопнули. Да, значит, свечнули дар. Грозового все. Все в дар. Дар. По грозовому дальше играем. Все фул ДПС грозового.
Больше. Водяному косты сбивать. Подняли рейд на фул. Все, убиваем. Все убиваем. Отлично, замечательно. Вообще охуенно опустили. Вообще красавцы. Просто респект. Убили охуенно вот эту. Распишем. Все, молодцы, ребят. Еще три. Мы можем это убить. Вообще все. Четко увидели, что мы убиваем это. Все, поехали. Все то же самое делаем. Внимательно смотрим за лучами. Дар растет. РДДшники с лишним даром, милишники остались там. Ох, посвящитесь. Случай вышли. Быстро. Хорошо, все. Дамаж. Фул ДПС. Стопнули косты. Отлично, подняли рейтинг. Замечательно, все, играем. С корней выводите, не забывайте. По грозовому, ребят, больше грозового дайте. По грозовому 66%. Грозового все фул ДПС. Лили в грозового полностью. Фул ДПС, РТДшники, миличники все играют через грозового. И с личными. Все, давай, убиваем всех троих. Убиваем троих. Замечательно. Молодцы, вообще заебись, все сыграли. Ребят, два трэша осталось. Это бомбочки и большой. Дар. Сразу дар свичный. То есть максимально быстро. Молодцы. Замечательно. Грибы нашли. Стоп каст. Замечательно. Все, фул бурсты. Отдайте подписи и похуй на этого гриба большого. Может Геру дадим? Нет, за дебаф внимательно. Эдрей убежал, блять, убежал, сука. Отбежали все от него. Видите, черепок надвигайте его. Убежали все. Под грибы, ребят. Под новые грибы, обновляйте грибы, не забывайте про это дело. Не стопайте свой ДПС. Внимательно смотрим. Перемещаемся через грибочки, ребят. Внимательно. Круг, четвертая группа. Меня убежали. Я тебя подамажу тут немножко, Андрей. Этот, дар, свечный дар, все, быстро в дар, больше ДПС в дар. Поехали по дару. Молодцы, все, красавчики. Последний трэш, это бомбочки, сейчас будут вышли с этих. Четвертая группа труп, трек. Трек, похуй на меня. Стоп-каст. Поехали, ребята, аккуратно сживаем. Войско, давай, ДКшники, все войска выдали. Никто не должен сейчас здесь умереть, мы охуенно пока идем. Все, внимательно, не разбавляем блоки, все то же самое, напряглись, опустили рейд. Внимательно, стопнули ДПС. Стопнули, сейчас будет каст, стопнули ДПС, никто никого не взрывает. Бабл массакр есть. Давай, бабл массакр, стоп, в этого. Дар, свистный дар. Быстрее, дар. Все, корни слыка сам. Все, начинаем взрывать. Взрываем потихонечку. Каст прошел. Стоп, взрыв. Подняли рейд, подняли на фул, не взрываем. Подняли на фул, никто не взрывает. Все, начинаем взрывать потихонечку. По одному. Вот два тех лоу хпшных, залейте вдалеке. Хорошо. Стоп. Все, подводи под босса. Взрывайте этих двоих, все, на босса вставай. Все, поехали по боссу, ребят. Фул ДПС босса. Давай Геру. РДДшники встали все. Звезду. РДДшники к звезде встали. Все, встали на Д, противоположный удар. Миличники, свечный удар. Хорошо. Перебежали. Да, перебежали. Быстро. Хорошо. Замечательно, ребят. Все, играем. Быстрее перебегайте. Все, без всяких... Случай, выходить не забывайте. Мелизоновые лучи. И перебегайте. Стоп. Каст. Стопнули каст. Хорошо, подняли рейд. Замечательно. Ребят, быстрее перебегайте, бомбочки появляются хоть там и где. Перебежали. Хорошо, ребят. Все, играем. У нас демона нету, что ли, или что, блядь? Сейчас шаман резко, шаман, вставай сразу. В случае выходите, через лучи тоже не бегите сейчас. Вставай сразу. Дар, за боссом, дар. Быстро, милишники, свичнулись, дар. Быстрее. Бомбочки здесь оставляем, никто никуда не перебегает. Стоп каст. Оставляем здесь бомбочки. Перебежали. От бомбочек встали. Пушненько, аккуратненько встаньте. Все. Сейчас на речку прибежаем. Прибежали на речку. Пиздец. У нас опять бомбочками полный раздор, нахуй. Ребята, аккуратно вставайте. Чтобы бомбочки вас
достали, отойдите от бомбочек на 8 лет, он же... Сейчас будем на ту сторону перебегать. Стоим. Все, перебежали на ту сторону. Отлично. Создаем ДПС. Дар. За босса милишники. Убили. Молодцы, перебежали. Демон, где он у меня демонов? Почему у меня демон? Он мертвый. Сука, блядь. Приходится скотч обновлять. Стопнули каст. Перебежали. Все, добиваем. Давайте, ребят. Полная сосредоточенность. Внимательно смотрим за деревяшкой. Перебежали. Там БР последний раздавайте, минуту остается. Попробуй. КД? Ну, до берсы. До берсы минута осталось? Дар. Дар, свечный, милишники, дар. Хорошо, все, добиваем. Минута до берсы осталось? Да, минута до берсы. Чего баны в рот, нахуй? Больше ДПС, ребят, больше. Давайте два ляма. Мы успеем, мы должны успеть. Стоп каст. Никто не должен сало поймать, у нас мало времени. Пиздец, нихуя себе. Перебежали. Больше бьем, ребят, лям. Давай, собрались. Перебежали. Давай. Сколько до берси? 40 секунд. Ой, заебись вообще. Охуенно, все, успеваем, ребят. Вышли с луча. Убили эту хуйню. Дар убили. Убили дар. Фул ДПС дар. Красавцы, блядь. О, сука, мы задрочили ее, ребят. Кинжал упал. Ну чё, можно расценивать это как рекомендацию, да, моего друида танка. Да, понял? Ну да, да. Танчик хороший. Сила атаки, скорость, скрит. А резни тебе бежать? Резну давай, резну. Ой, ещё шейку какую себе замутил. Всё, давай, побежали на Мимирона, последний портал. Заскринь это, слышишь чё? Режек, скринь Кириллу. Не хуй ливать, блин, с рейдов. А как я, сейчас-то обидно, представляешь? Че говоришь, Саня? Как Яхи, говорю, сейчас обидно. А че тут? На Яхту. Ну, он ливнул. А мы убили. А, ну тут да. Ладно, энчанты. Отведение ударя паролем. У меня энчант 420. К вечеру будет через час, блядь, 450. Можно я буду рубить? Ну, если ты больше 96 кинешь, то, конечно, пароль. 95, блядь. Я могу этот, в принципе, блядь, клинка, наверное. Ну, давай. Охота ему чарочка. А я тебе, наверное, в смысле этот... Не отдам ее. Да в смысле? Ты сказал, если, блядь, отпишешь. Дай лутера, пожалуйста, заберу ларь алхимический. Не вопрос. На войду. Пускай паролят. Ну один остался, значит только ему надо. Не надо, идите в жопу. Он потанчил нам, красавчик. Ему считается, ему бонус. Амелла сидит. Да, что-то. Что там, отдали кому-то эту чарку? Да, чарку, да. Аспект дали. Он переролил 98 плюсов. А у него есть там, да, этот? Да, все. И мимик обычка? Да, естественно. Мы как нахуй пожарник. Ты трион там затанчит, да, Соло? Да, естественно. Да, это Мимирон, это так, чисто проходной босс вообще. Ну, в обычке, да. Смотри, сейчас буду умирать, я из-за лагов. А ты генерала хочешь в хейме? Да, хочу в хейме. Че, его там бить в хейме? Да. Там... Я хз, а дальше Мимироша не проходил. Ну, я объясню, там все просто. Там главное научиться вот бегать, ну, почти, перебегать. Почти то же самое. И научиться милишникам АУЕ стопать. Именно АУЕ урон, потому что спорки появляются, бывают под боссами, их просто шоп. Ладно, давай. Чё, давай покурим тогда, да? Давай, Ваня, сади. Или чё?